Сегодня отмечается традиционный праздник «Татьянин день» и, конечно, именины Татьяны. Поэтому мы решили провести этот день с активисткой, спортсменкой и просто с красавицей Татьяной Фендриковой. Имя ей дал отец. Оказалось, так звали ее бабушку. Девушка выступала за сборную Казахстана по волейболу. Она неоднократно завоевывала приз лучшему либеро в чемпионатах страны. Свой день Татьяна начинает не с кофе, а занятий в тренажерном зале. Занимается 3-4 раза в неделю, чтобы держать тело в тонусе. Это самый мой любимый тренажер, потому что здесь можно выполнить очень много видов упражнений, которые здорово будут прокачивать плечевой пояс в целом, и руки, и плечи, и все-все группы мышц. 9 лет девушка играла за волейбольный клуб «Алматы». С 2017 года Татьяна выступала в составе волейбольного клуба «Алтай». В прошлом году спортсменка решила поставить небольшую паузу на своей карьере. Конкретно однозначно сказать я не могу, что я хочу вернуться и что я вернусь. Но, возможно, будет момент, когда я захочу все-таки снова вернуться в зал, где будут большие трибуны зрителей, болельщиков, которые будут наслаждаться моей игрой. После интенсивной тренировки в тренажерном зале Татьяна отправляется в спортивный зал, где она покажет нам небольшой мастер-класс по волейболу. Ну, наверное, начнем с самого основного элемента – это подача. Поэтому сейчас я вам покажу, как нужно подавать подачу, и мы с вами попробуем. Смотрите, вам нужно встать, чтобы было удобно. Левая нога впереди, мяч у вас, получается, в руке, и здесь важно подброс. Чем ровнее вы подбрасываете, тем, соответственно, у вас будет лучше лететь подача. После подачи у нас, конечно, идет прием. Поэтому сейчас я вам покажу, как мы принимаем подачу, которую вы сейчас подавали. Когда летит у нас мяч на прием, мы всегда, в первую очередь, мы смотрим за траекторией. Мы следим за траекторией полета мяча. Для чего это важно? Потому что мы должны заранее уже определить место падения мяча. Таким образом, чтобы мы могли правильно выйти ногами под мяч. Это очень важно. Поэтому, определив траекторию мяча, мы принимаем мяч на манжеты. Попадая мяч в руки, мы должны его по инерции отправить вперед. После того, как мы совершили прием, нам необходимо сделать доводку на связку. Чтобы сделать качественную передачу, нам нужно следить за положением своих рук. Руки расположены по мячу, и мы пасуем, когда выполняем, мы пасуем подушечками. Это все должно быть мягко, чтобы мяч не крутился. Таким образом, у нас получается очень мягкая передача. А также после того, как связка сделала свою передачу, идет нападающий атаковать. И сейчас мы с вами попробуем понападать. Когда идет передача, мы должны сделать шаг, два, наскок и уже прыжок к атаке. Когда у нас нападающий игрок атакует, то, соответственно, нужна защита. И если, допустим, падает мяч, и я его не могу обработать, я его не успеваю выйти под мяч ногами, мне необходимо делать падение. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Здесь, значит, если идет мяч, например, от нас, теоретически справа, я сначала покажу, то я делаю выпад. Я, получается, тянусь рукой к мячу, я играю или одной рукой, или двумя руками. Я тянусь рукой к мячу и делаю вот в таком плане перекат. То есть я сыграла мяч, достала, и потом я свою скорость начинаю гасить именно падение. Сейчас Татьяна занимается автотюнингом. Для девушки это творческий, креативный, интересный, но и кропотливый, нелегкий труд.